Эд Шульжевский совсем недавно вернулся из Америки, где совмещал приятное с полезным. Певец хорошенько отдохнул, а также продуктивно поработал. Но из-за океана слух успел доползти до России быстрее, чем Эд вернулся домой. Поговаривают, парень времени зря не терял и нашел себе там американскую невесту. Правда в том, что с этой девушкой прекрасной, которую зовут Шерлин, мы сняли видеоролик, видеоклип. Какой все-таки скромный парень наш Эдуард. Вот так женится и никому не скажет. Служебный роман для Шульжевского — тайна за семью замками. Девочка очень красивая. По поводу невесты, ну время покажет.